Ну что, вот мы откатали шоу в Ярославле. Вот такие вот у меня прекрасные цветочки, там вот игрушки. Спасибо большое. Так что мы уставшие, но довольные. Сейчас поедем в Москву. И вот такой вот насыщенный день у нас получается. В субботу, 25 февраля, олимпийская чемпионка Анна Щербакова выступила в Ярославле в рамках популярного шоу Ильи Авербуха. Сегодня фигуристка откатала показательный номер кометы, во время которого чисто исполнила двойной аксель и тройной флип. Напомним, уже 3 марта в Санкт-Петербурге стартует финал Гран-при России, однако Щербаковой, пропустившей сезон, из-за травмы на берегах Невы не будет. Также с турнира снялась и Александра Трусова. Известный отечественный специалист Инна Гончаренко отреагировала на решение Александры Трусовой сняться с финала Гран-при России. Светлана Соколовская, тренер русской ракеты, заявила, что ее ученица отказалась от вояжа в Санкт-Петербург из-за травмы. «Это очень грустно, что она снялась. По сути, у нее сезон получился нерабочим в соревновательном плане. Но раз она снялась, значит, не готова. Спортсмен снимается, если он болен или никак не готов, во всех остальных случаях он должен бороться. Помимо восстановления, надо еще тренироваться. Все в ее руках, мы можем только хотеть, желать ей здоровья и удачи», — сказала Гончаренко, слова которой приводит ТАСС.